Найду тебя и прирежу. Что я должен? Я ничего не знаю. Эй, стоять! Спаси меня отсюда! Стой! Спайк! Почему? Что? Что? Дайте хотя бы поговорить с женой! Выпустите! Я нужен своей семье! Выходи, я избавлю мир от очередного болвана. Слава богу, что ты здесь, Байк? Спрячься тут. Когда увидишь, что никого нет, сразу беги из храма. Я позову солдат! Живо! Позову солдат! Я вижу врага! Эй! Тебе конец! Стреляйте! Я выпотрошу тебя! Вижу! Устаешь, да? Я за подмогой! Так забирать!
Вот ты где! Братья, здесь не рады. Хочу пить. Байек, что ты тут делаешь? Байек, если тебя найдут, то убьют. Тут святое место. Священный храм Амона. Байек! Слава богам! Это просто безумие. Прячься, а когда будет возможность, убегай. Хвала Амону. Это все. Нет, меня спасут! Эй! Эй, что? Что? Тебя! Что ты? Никого. Не убежишь. Не тварь. А вот назад.
Эй, что? Что? Бегите, живо! Где Теремун? О, Мон. Он погиб от ран. Родные должны его похоронить. Я бы насладился твоей предсмертной агонией, но дела что? Что? Эй! Что? Что они сделали с его домом? Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость. Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Ах, мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Так много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Тебя убило вовсе не твое бунтарство, брат. Это вина власти Птолемея. Он плохой фараон. Больше мир. Ник Энис Седжерьет.
Прочь! Прочь! А что с тобой? Прочь с дороги! Fight position, Gerek! Жители Сивы! Так будет с каждым, кто ослушается воли Медуна-Мона, жреца Фаралона. Его приказы нужно соблюдать неукоснительно. Чем я могу тебе помочь? Мишель Шенебель. Я Рут Мишель. Шехты и Мишель. Ладно. Всем, что у вас есть. Прощай. Хабы? Появились новые товары, Байек. Взгляни. Беру. Всегда рад тебя видеть. Ахер Гару? Обязательно проверь, ничего ли не забыл. Мне нужно идти. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да, конечно, ясно. И Байек, твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. О, черт! Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно! Лейла, подъем! Мне что, спуститься? Лейла? Лейла? Вернись! Лейла, ты слышишь? Детка! Я тебе не детка. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозли ее. Я тебя слушаю. Тебе нужно отдохнуть. Анимус не принимает. Я в норме. Ты да, твои почки нет. Прими циклоспорин, пока они не отказали. Да, сестра Джири. Для тебя офицер медслужбы, Джири. Ну, как прошло? Моды на месте. Воспоминания очень четкие. И пусть только Абстерго теперь попробует не взять меня в проект Анимус. Отлично! И кто там у тебя? Его зовут Байек из Сивы. Он мстит за смерть сына. Он заинтересует Абстерго? Началось. Пойми, они вряд ли будут в восторге от твоих методов. Методички не мое. Да, ты скорее их сожжешь, а потом еще попрыгаешь сверху. Впрочем, коматозникам не до того, так что брысь за циклоспорином. Циклоспорин. Два кубика хватит. Не забудь протереть спиртом. Жаль, что не могу помочь. Ты очень мне помогаешь. Пусть даже из гостиницы. К тому же там есть кондей. Пять процентов. О, 1%.
Thank you.
И спасибо за рыбу, Беркли. 21 марта 2006 года. Лейла Хасан бросает колледж. Да, профессор Мур. Доклад о Джейн Эйр я сдавать не буду. Я нашла работу и уезжаю в Филадельфию. А сидеть в аудитории — это не мое. Мама с папой со временем меня поймут. Интересная работа с хорошей зарплатой. Еще и рядом с домом. Но вряд ли я буду чаще их навещать. София сказала, что тем, кто так хорошо разбирается в электронике, всегда найдется место в Абстерго. Конечно, в ее секретный проект мне сходу не попасть, но это дело времени. София и ее отец, мистер Алан Рикин, поймут, на что я способна, и попросят меня помочь им в работе над Анимусом. Сидя в туалете и читая последний номер Wired, я провожу время с большей пользой, чем большинство сотрудников лаборатории. Какой еще бодибенд? Зачем? Если люди не могут заставить себя пройтись, умные часы их точно не убедят. Бесполезная фигня! Надо вернуться... Стоп! Думаю, именно это мне бы и сказал бодибенд. Я должна придумать нечто по-настоящему сногсшибательное, что-то такое, что откроет мне путь в проект Анимус. Разработки Абстерго Фитнес в этом мне точно не помогут. Как же мне скучно. Ну, только в так... Верное решение греет сердце. Тут все так же. Запах, мои вещи. Будто я не уезжала. Но теперь... Я никогда не забуду то, что узнала. Как это повлияет на работу в отделе исторических исследований, кто знает. Но точно повлияет. Ардан пригласила меня в кафе. Познакомилась с Дианой Джири, новым офицером медслужбы. Она кажется простоватой, но вроде ничего. Господи. Она испекла для меня печенье. Зачем я ей сказала, что у меня свиданка накрылась? Я же не говорю о личном на работе. Мне показалось, что ей можно доверять. Нужно же доверять хоть кому-то. Увы, в тактических подразделениях Абстерго не особо ценят доверие. Вот он, портативный Анимус. В списке создателей меня не упомянули, но все эти письма, ночные звонки из Мадрида... Я многое в него вложила. Знала бы, что София украдет мои идеи и бросит меня на обочине, ни за что бы ей не поверила. Уходите! Конфет нет! В жизни ничего не достается бесплатно. Никогда. Анимус, я знаю, без меня бы он точно не заработал. Да как они только... Радиатор, стабилизатор, мощный транзистор. Это я им сказала, что так можно обойти. А это что? Модуль распознавания ДНК. Выглядит знакомо, да? Может, тут все-таки есть конфеты? Пришла к выводу, что София не умеет выбирать сотрудников. Вся мадридская команда. Ох. Ну разве так можно? Ничего сложного. Нужно проанализировать генетическую память и начать с обработки малых сегментов. Даже из неполных образцов можно создать надежную модель для качественной синхронизации. Надо только заменить ридер и обновить софт, но все реально. В Мадриде, наверное, вечеринка в честь этого достижения.
А я тут развлекаюсь с остывшим овощным карри, тремя мониторами, разобранным анимусом и альбомом Виктории Ро на повторе. Будем. Дира зазлится, что я взяла ДНК Мильтона, но она ведь сама просила меня помочь. Мне нужен был материал для тестирования анимуса. Этот оказался под рукой. Все ради науки. Люблю планерки. Коротко, по делу и с бесплатным кофе. Неделя будет сложная. Через 2 дня нас с Ди отправляют в Александрию. Не знаю, куда Хэтуэй так спешит. Наше задание — найти артефакт. Если бы мы искали человека, спешка была бы объяснима. За 2 часа можно сбежать куда угодно. Но артефакт за 2000 лет с места не сдвинулся. Куда он от нас денется? Артефакт повышенной значимости. Звучит знакомо. Наверняка какой-то осколок или рваная книга. Анимусу нужна ДНК, а не всякое барахло. Я не была в Египте с 2013 года. В прошлый раз я искала там свои корни, а нашла одни беды. Хорошо, что Ди едет со мной. Она не даст мне натворить глупостей. Оказывается, артефакт повышенной значимости — это человек. Мумия. Уникальная возможность. Я предупредила Ди, что немного расширила наше задание. Она злится, но я знаю, что ей хочется увидеть мой анимус в деле. Абстерго не против. Ну, были бы против, если бы знали. У Хэтуэя беда с разведкой. Они понятия не имеют, что происходит. Я бросила Беркли не для того, чтобы бегать, высунув язык. Если анимус считает такую древнюю ДНК, а Ридер сможет восстановить триплеты и позволит мне считать воспоминания чужих предков, София — Абстерго. Боссы Абстерго приползут ко мне на коленях. Я стану вторым Уорреном Видиком. Я прямо вижу это. Жаль, лаборатории в Мадриде больше нет. Уверена, они скоро откроют новую. В Филадельфии. И главным инженером станет Лейла Хасан. Thank you.